Хари Кришна. Читударпана Марджанам, Бхава Махадава Гнирва Панам, Шиех Кайрава Чандрика, Виттарана, Видьявату Джанам, Ананда Мудхи Вартанам, Пратипадам, Пурнам, Расваданам, Саватмас, Напанам, Панам, Жати, Шри Кришна, Санкиртанам. Не трогай, сейчас он придет. Я сейчас прочитал текст из Шикшаштаки. И в этом тексте описано 6 основных благ, которые получает человек, когда начинает повторять святые имена. И первое, что происходит, его очищается сердце. Сердце очищается. Изначально мы слуги Господа, изначально все об этом помнят. Но как только попали мы первый раз в материальный мир, в форме брахма, например, да, то на этот первый отпечаток наш, слуги, отпечатывается второй, один на один, снимок один на один получается. Брахма, впечатления, самскары, они как бы отпечатываются. Потом следующая жизнь, следующая, через 20 жизней, через 100 жизней, там просто темное пятно, и человек, он не может понять, как, кто он такой вообще. И когда начинается воспевание святого имени, то это единственный метод или стирательная резинка, другой нету как бы, которая снимает вот эти вот оболочки первые, вот, наслоившиеся. Это читта-дхарма, так очищается сердце. Или как автомобиль едет человек, да, и тут грязью все заляпывается. И если дворники не включить, то, скорее всего, будет авария. Он включает дворники и специальные. Ни руками там это не сделаешь, там, ни ногами, никто другой не поможет, когда ты едешь, только дворники. И вот это святое имя, оно очищает сердце. Не бесследно проходит, мы проходим, люди, может, даже игнорируют нас, как бы, да? Но мы проходим мимо, они слышат святые имена, они получают какое-то впечатление, и там просто глыбы откалываются. Они не знают, мы не видим этого, но они просыпаются в следующий день рано утром, как бы. И они думают совсем по-другому, с ними что-то происходит. Уже телевизор, может быть, не очень хорошо. Он планировал пиво попить, ну что-то как бы уже, может быть, чем-то что-то почитать, как бы, да, ну то есть незаметно происходит это все. Поэтому надо делать, это как полив. Мы поливаем, вот, и все, а там само собой прорастает. Мы просто поливаем. А некоторые уже готовы, они тоже хотят поливать, они тоже хотят что-то делать. Второе, что происходит, когда сердце очищается, человек перестает суетиться. Мы всегда чего-то ищем, нам всегда чего-то не хватает, как говорится. А жизнь меня по всей земле мотает, под стук колес ко мне приходят сны, а мне всегда чего-то не хватает, зимой-летом, осенью-весной. Тут беспокойный ум, всегда чего-то не хватает. И вдруг он чувствует, что, в принципе, все нормально, все есть. И он может подумать над смыслом жизни. Его никак не беспокоит. И постепенно, завтра или послезавтра, и в следующие разы я расскажу немножко о том, что происходит на следующих этапах. То есть человек, он становится умиротворенным, более-менее способным задуматься над смыслом жизни. То есть вот когда мы проходим, поем, да, часто люди просыпаются утром и думают, какой смысл жизни? Они не связывают это с тем, что они видели, и с тем, что они слышали. Но у них возникает этот вопрос. И Параматма, слыша этот вопрос, она посылает кого? Им. У него вопрос, кто я такой, зачем я живу? Кто посылает? Санкиртанщик. Близняшек. Посылает близняшек. О, гля, смотри, задумался. У него вопрос, хороший вопрос, кстати, надо на него ответить. Ну, так просто не ответишь. Давай, выходи, тебе надо срочно пиво пойти попить. Вот иди вот здесь, вот так вот, прямо сюда, вот выходишь, вот смотри, вон там что-то, смотри, слышишь, звенит, вон, видишь? А вон, смотри, две девушки, вот у них что-то, книги какие-то, вот там все есть, давай, бери. И все, у человека ответ приходит. И дальше так пошло и поехало. Окей, спасибо всем большое. Сегодня мы налево, направо. Так, кто-то должен повести.
тележечку. Там. Надо рассказать ему, как вести. Oh,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Krishna, Krishna, Hare Hare.
Thank you.
Thank you.
еще позже выдвигаются, да? Непонятно. Смотри, где нужно проповедовать. Там не то. Да. На ферме жить, на деревне ездить. Там такое сказка. Кто придет? Исторические кадры. А ты как скриншот делать сразу так? Вот так, и вот. Главное, одну не нажми, это выключишь. Антонио пошел футболян смотреть, да? Пойдем туда? Куда там Манчестер играет? Сейчас такой же. Поедешь как для Я просто снимаю, как бы, я ничего не делаю при этом. Да, ты идешь от нас, чтобы мы всегда были в центре, чтобы сейчас идти смонтировать. Сейчас, подожди. А, вы пробуйте? Окей, я пробую. Давай, давай. Раз. Так, Кришна, Кришна.